Наступила очередная пятница. Светлый день, в котором особая благодать. От Абдуллаха бин Амра бин Аль-Аса, да будет доволен им Всевышний, и передается, что посланник Аллаха, мир ему и милость Аллаха, сказал: «На пятничной молитве присутствуют три группы людей. К первой группе относится человек, который присутствует на ней, но ведет пустые разговоры. Это и есть его удел от молитвы. Ко второй группе относится человек, который присутствует на ней и обращается с мольбами, являясь тем, кто обращается с мольбами к великому и всемогущему Аллаху. Если он пожелает, то дарует ему, а если пожелает, то не дарует. К третьей группе относится человек, который присутствует на ней, соблюдая молчание и тишину, не перешагивает через шеи мусульман, никому не причиняет неудобства. Такому будет даровано искупление грехов от этой пятницы до следующей, а также еще в течение 3 дней, ибо Аллах сказал: «Кто явится с добрым деянием, тот получит 10-кратное воздаяние». Пророк Мухаммад, мир ему и милость Аллаха, говорил: «Кто лишит себя доброты, тот лишит себя большого количества благ, которые имел бы и приобрел бы, будь ему присуща доброта, доброжелательность». Да поможет Всевышний каждому из нас посредством работы и милосердия достичь высоких степеней праведности и его довольства. Мира вам и вашим близким, милости Всевышнего и его благословения. Московский исламский колледж теологии и права объявляет о проведении конкурса эссе на тему «Пророк Мухаммад. Милость для миров» на суперпризы ректора Рината Рифатовича Фасхутдинова. Каждый из вас может принять участие в благом деянии, приобщившись к прославлению лучшего представителя уммы, пророка Мухаммада, мир ему и благословение Всевышнего. Отборочный тур конкурса пройдет в период с 14 сентября по 28 октября 2020 года включительно. Победителей конкурса определяют подписчики данного аккаунта количеством лайков. Более подробную информацию о конкурсе можно узнать на моей странице.